Повернись к маме. Ручкой. Помаши маме ручкой. Пошли, пошли. Ну иди впереди, по дороге идем. Нарушаем правила движения, но там везде не пройти. Пиздец, вчера провалилась по колено. Еле вытащила сапог, ёб твою мать. До сих пор не просох. Сходили в Вайбере с Костяном. Выбрал себе 3 толстовки из 5. И идет ворчит. Чем-то, блядь, еще недоволен. Сейчас поехали с ним за телефоном. Расхуярил свой телефон. У меня есть подозрение, что специально, чтобы приобрести новый. Это же пиздюк мелкий. Так что вот как-то так вот. А я вот как всегда нарядилась в своих вот лисах. Какой мне 7-й десяток? Так что вот, девочки, мальчики, погода у нас чудесная, плюсовая, но на улице нечто. На улице нечто. Идем прям по дороге. Костян ворчит, как бабка. Не ходи туда, иди сюда. Купи то, да это. Думаю, надо пора начинать бить. Поехали мы с Костяном за телефоном. Остановок нет, потому что все в городе ремонтируется, все дороги перекрыты. Вот где-то окольными путями стоим на трассе с ним, как проститутка. Маршрутка ушла перед ночью, сейчас мы будем ждать. Так что вот погода чудесная. Одела свою любимую с лисами кофточку. Ну, это не кофточка, пончо, блядь, пончо. Мою любимую. Ботики такие симпатичные. Сумочку свою, которую уже надо выкинуть. Все, сейчас поедем. Купим новый телефон. Выключил какой-то, блядь, Samsung. Посмотреть за 20, наверное, надо будет готовить. Но это минимум, я думаю. Ой, господи, дети, дети. Пиздок надо таким детям вставлять уже давно. Так что вот, девочки, ну все, пока. Наконец-таки дождались пиццерии пиццу. Так будем еще роллы ждать, наверное, целый час. И что-то как-то неохтенская такая. Костяна вообще немножко подгорела. Хотела, чтобы поменяли, но времени нет. Будем жрать такую пиццерию. Как пиццерия называется? Маэстро. Маэстро. Так себе что-то надо сказать. Ты попробуй. Зря хаяла. Пицца очень вкусная. Прямо из-под ножа, горячая, свеженькая. Так что все нормально, все вкусно. Наконец-таки принесли Костяна ролл, запеченный с креветкой, ну уж очень маленький. Ну нормально. Переедать тоже плохо. Костян в майке, ходили в магазин, он поленился одеться. Думал, что никуда заходить не будем, и вот стесняется раздеться, сидит в куртке, кушает, потому что майка на нем вообще пиздец. Так, ну все, поели мы в пиццерии, ушли от нее. Сейчас поедем домой, пошли на остановку. Ну как домой, мы и так дома, ну в смысле. В соседний город, домой. Девочки, взяли на Вайбересе 3 толстовки Костяну с фирмы «Твое». Вообще ему нравится эта фирма. То есть ни разу нас она не подвела. И хорошо стирается, и хорошо носится. Вот беленькую. Такие однотипные, красные. И вот эту синюю. Синее прям качество вообще. Трикотажа отменная. Себе на Вайбересе. О, Изабель проверила. Себе на Вайбересе заказала вот такую тунику. Пришла туничка. Такая вот с капюшончиком.
такая длинненькая. И с серебряным капюшончиком. Ну, прямо вообще такая я в ней симпатичная женщина стала. Надо сказать, модно симпатичная. И еще одну туничку пришла. Еще одна туничка пришла. У меня такая уже есть. Красного цвета, только она у меня с такими вот рваными рукавами. Она такая хэбэшечка прям. К телу приятная, хорошо, очень модняченько смотрится. Вот такие вот скромненькие покупочки. Футболки заказывали Костяну. Тот же размер, худи все здоровые. Хорошие, а футболки все маленькие. Ну, футболки мы в апреле будем. Уедем, там купим с ним все. Вот эти швабры ходят. Надо все понюхать, все проверить. Это Анфиса. Проконтролировать ситуацию. Это вот Изабелечка. Шваброчка пришла. Всегда проверят все мешки, все покупки, все сумки. Вдруг что им? Так, по кофточкам мне не ходить по новым. Так что, девочки, вот как-то так.